Блюз, особенно такая его разновидность, как буги-вуги, это музыка, основанная на рифах, то есть на коротких мелодических фразах. Обычно это цепляющие, запоминающиеся мелодические фразы, иначе зачем они нужны, если они не цепляющие. Мы их раз от разу повторяем, чуточку изменяя, тем самым создавая музыкальные события, которые наше ухо улавливает, от которых оно кайфует, потому что мы что-то узнаем, то, что уже было, но при этом оно чуточку другое, как в сказках, когда Иван-Царевич сначала выполняет одно задание, потом второе, похожее, тоже легкое, а потом третье, какое-то вообще прям принеси то, не знаю что. Я покажу это на примере рифа, который мне нравится, который я вроде бы спер у Джерри Льюиса, но я не помню точно, так ли он его играл. Риф звучит вот так. Он на терцах. Добавить. Что я сейчас сыграл? Значит, если даже вам попадется такое, наверняка попадется, я много такого видел на Ютубе, что преподаватели, которые явно гораздо лучше меня разбираются в музыке, в блюзе, во всем на свете, я думаю, даже в жизни, они такие все авторитетные, с дипломами на стенках, но они почему-то часто объясняют, что вот мы нажимаем до, потом нажимаем ми и соль. Мне кажется, нехорошую услугу эти люди нам оказывают в долгосрочном периоде. Они вместо того, чтобы дать нам удочку, при помощи которой мы сами наловим много рыбы, они дают нам одну, единственную уже приготовленную рыбину. То есть они объясняют, как играть конкретный риф от конкретной тоники. Нам это не поможет схватить рецепт, чертеж этого рифа, чтобы мы могли потом его транспонировать и сыграть абсолютно от любой тоники. Давайте посмотрим, что я сыграл, именно схватывая схему интервала соотношения ступеней. Я играю мажорное трезвучие, разложенное на нижний тон. Большой палец всю дорогу играет только тонику. Такой вот он у нас... Вообще, довольно нечестно, но в блюзе, в буги-вуге больше всего работы ложится... Да в целом вообще, на фортепиано, наверное. Больше всего работы ложится на самые слабые пальцы, на мизинцы. А большие пальцы, наоборот, берут себе самое легкое, хотя это самый сильный палец. Вот у нас трезвучие. Вот у нас это терция верхняя, а потом еще одна терция, но уже повыше. Что это за терция? Это не просто фа и ля, это, по сути дела, это обращение аккорда фа мажор, то есть аккорда четвертой ступени, в данном случае аккорда субдоминанты. Мы это запомнили. Потом повторяем то же самое. То есть Иван Царевич выполнил два обычных, понятных, простых задания, а потом... Принеси то, не знаю что. Вот у нас музыкальное событие на ровном месте. Что это такое? Это не просто, опять-таки, соль и си бемоль. Это та терция, которая, если ее достроить к нашему изначальному трезвучию, тоническому, мажорному, дает доминант септаккорд, так называемый блюзовый аккорд. То есть седьмая ступень не обычная, а пониженная. То есть... И спускаемся обратно на нашу знакомую терцию, которая дает трезвучие мажорная четвертая ступень. Тоже была терция в самом начале у нас. А потом что-то новенькое. Это не просто ми-бемоль, это та нота, которая из-за того, что здесь мало терция получается, а здесь большая, эта нота дает нам минорное трезвучие от первой ступени вместо мажорного, который у нас был до этого. А потом мы возвращаемся, разрешаемся из ми-бемоля в ми, и снова у нас наш знакомый до-мажор. Всю дорогу у нас слабые доли, большой палец играет, на слабой доли играет тонику. Итак, мы схватили рецепт, значит, немножко подумав, мы можем сыграть этот риф от каждого аккорда. Предположим, у нас для импровизации нет материала, мы только один единственный риф знаем, и все. Дальше я, чтобы показать, что можно использовать материал того же самого рифа, я брал те же самые терции, по сути, только играл их триолями. Кстати, в том ролике, где я объяснял, как играть трели, я неправильно, я ошибся, сказал, что триоли у меня были в левой руке, конечно же, они были в правой. В чем вообще заключаются триоли? На две доли в левой мы играем три доли в правой.
этот прием был использован в Jungle Boogie, кстати, по-моему, на примере тех же самых терций. Наверное, на этот раз достаточно. То есть мы запомнили, во-первых, что терция – это классный блюзовый интервал, что блюз построен на рифах, что достаточно выучить один риф, и потом чуточку его меняя, создавать музыкальные события, можно целый блюз построить на одном единственном рифе, и что мы запоминаем именно чертеж этого рифа, и можно даже сесть специально на том же самом рифе потренироваться. Пошли повыше. Еще повыше. И так далее. Итак, от всех 12 нот мы можем построить этот риф, и мы заодно тем самым освоим еще, ну, подступимся к освоению остальных других тональностей. Ну, чуточку, немножко замахнемся, научимся транспонировать. Желаю удачи!